Стоп-наркотик. Более 300 надписей с рекламой сайтов сбыта психотропных веществ закрасили в районе Молдаванки и Слободки активисты спортивного клуба «Аками». Тренеры и их воспитанники прошли по улицам Балковской и Нефтяников и потратили около 30 банок краски. Во время акции одесситы встретили несколько закладчиков и сделали им замечания. Организаторы обещают, что будут проводить подобные обходы несколько раз в месяц в разных районах города. Было приятно, что некоторые люди по ходу присоединялись к нам, благодарили нас, говорили, что это правильно, спрашивали, как можно попасть к нам на будущие акции, как часто мы будем их проводить. Попадались, конечно, те, которые не понимали, что мы делаем, те, которые считают, что в этом нету смысла, что зачем, если... Все равно наркоманы есть, и никто с ними не борется. Многие критиковали нашу полицию, что не забирают их. А если и забирают, то отпускают через несколько часов. Надеюсь, что в следующий раз нас будет больше.